Скоро начнем. Подождем, пока немножко в эфир подтянется народ, как всегда. Сегодня какой у нас 9 марта? Минус 16. Нормальная весна. Я помню, было время, когда в марте, 16 марта, я то есть около коттеджа своего в беседке жарил шашлыки в свитерочке. Такое бывало. Да. А на 6 апреля, на свой день рождения, ну практически через месяц, я помню, вообще в одних шортах и футболке. Ну, такое редко, конечно, было, но и такое бывало. Вот. Сдвиги, катаклизмы. Так, ну чего? Сейчас начнем. Выйду я в зону, где лучше принимает, то есть и передает, где побыстрее будет интернет. И начнем сейчас эфир по поводу чтения. Друзья, кстати, напишите, пожалуйста, это будет интересно, я этот вопрос еще задам не раз, кто что прочитал за последнее время и сколько книг вы прочитали за 2017 год, ну хотя бы на скидку. Вот. Такая тема, которую я вынес сегодня в эфир, ну, как сказать, скандально я ее так сам задал, да? Чтение как дебилизм. Ну, на самом деле, не надо понимать дебилизм как заболевание, но как деградацию. Вот и в данном подкасте под дебилизмом я понимаю некий тип деградации. Вот. Ну, для того, чтобы начать говорить о том, что чтение литературы, прежде всего, это показатель интеллектуальной, то есть образованности человека, вообще уровня его развития. Но нужно говорить, вести понятие о том, что подразумевать под литературой. Потому что не любая книга и не любое чтиво является литературой. Давайте я так определю свой термин для того, чтобы было дальше понятно, о чем идет речь. Что под литературой я прежде всего подразумеваю художественную литературу, а также научную и научно-популярную литературу. Вот. Скорее всего, именно даже так, да, научно-популярную литературу. То есть это художественная литература, беллетристика различного рода, также публицистику я тоже считаю литературой. Вот. И научную, научно-популярную. Остальное все, различные сводки, дайджесты, аналитика, учебники. Литература, хотя и называется литературой, я за литературу здесь считать не буду. Я хочу сказать, что знаю огромное количество людей, которые и читают много научной литературы. Нет, неправильно сказал. Не научной, аналитической литературы, сводок, различных экономических дайджестов, журналов, Forbes, различные политологические сводки, статьи. Это я не считаю за литературу. А люди читают только это. Я вообще хочу сказать, что подобного рода, значит, информация, она крайне заразительная. Я обращал внимание на то, что те, кто начинает смотреть на Ютубе различного рода политические вещи, Навального, ну, как пример, хотя я считаю, что, безусловно, где про него там, где него еще и о нем узнать можно, кроме как в интернете, если он... Ему закрыто все везде, и о его программах и все прочее, вроде как бы надо, да? Но на нем спекулирует огромное количество всяких различных политических обозревателей, скажем так, блогеров, да, политических, вот, и прочих других товарищей, соприсмыкающихся к этому делу. И да, и бывает интересно, бывает сатирично, так, весело. Но люди постепенно, благодаря, значит, этому, это подседают и начинают смотреть скандальную информацию по этому поводу. И на нее подсаживаются точно так же, как те, кого они критикуют, кто смотрит постоянно Первый канал, там, телевидение, например. И получается ровно то же самое. И те, кто интернет рассматривал как некую свободную и интересную зону для того, чтобы получать, значит, информацию хорошую, самую различную, начинают получать информацию однотипную, и которая, в принципе, хоть она и более высокого, скажем так, уровня, чем
Дом 2 там или всякие «Час суда» и различные шоу, это, ну, Малахова. Но, тем не менее, это из той же серии. То есть люди вызывают в себе определенного рода негативизм, который способствует определенному вхождению в какое-то состояние, которое их устраивает, и они начинают только это лупить целыми днями. Вот это тоже не дело. То же самое касается и литературы. Кто начинает, если читает различные политические дайджесты и все такое прочее, они подсаживаются на это то же самое. Это не литература. Почему? Я сейчас объясню. Потому что под литературу я все-таки подразумеваю то, что способно развивать. Если то, что человек смотрит и читает, давайте будем говорить о том, что читает. Я про литературу заговорил. Если человек, если читает то, что его не развивает, пусть же формирует определенным образом, формирует у него определенную точку зрения по отношению к какому-то вопросу, но не развивает, я в данном своем подкасте за литературу считать не буду. Вот. Жалко, что я не смогу это, безусловно, повторить тем, кто присоединится к эфиру дальше, но я надеюсь, что заинтересую, и те, кто только подсоединится попозже, они пересмотрят все это дело и поймут, что я имел в виду. Так вот, мой личный соцопрос, который я просто провожу вообще регулярно, когда общаюсь с разными людьми, с новыми, в том числе людьми для себя, выявляет следующее, что люди нифига не читают вообще, абсолютно. Имеется в виду литературу, про которую я говорю, то есть художественную литературу и научно-популярную. И если кто-то еще читает какую-то художественную литературу, то она, как правило, тоже отличается низким качеством, потому что она носит не столько развивающий характер, сколько развлекающий. Это различного рода детективы, низкопробная какая-то фантастика, тупенькая, там типа как из серии «Генезис», «Сталкер» там и все такое прочее. То есть она абсолютно бестолковая. То есть она рисует некую реальность, человек уходит в нее, сопереживает героям, но она и языком-то написана довольно примитивным. Вот, и, собственно говоря, не несет никакой содержательной, значит, информации. Тоже так существует масса низкопробного фэнтези, хотя я их отнесу все равно к литературе, той, о которой сам я говорю, потому что все равно какие-то императивы, свойственные для литературы более высокой, там все-таки задействованы. А иногда есть интересные, прикольные, как бы. Прикольные вещи, там, сатирического плана, веселые, смешные, и поэтому, то есть обороты речи, которые, в принципе, можно там расценивать как, некую потугу на литературу. Но ее я бы тоже подмел бы как какую-то низкопробную такую и нифига не, значит, интересную, Хотя для многих она кажется, значит, интересной. Давайте теперь перейдем к тому, какая литература действительно, значит, развивающая. Здесь я хочу отклониться и сказать о том, как к литературе классической золотого серебряного века относится, предположим, Александр Невзоров. Я с ним во многом согласен, на самом деле. Я заговорил о высокой литературе, и сразу же под ней многие представили себе, предположим, Алексея Толстого, а Льва Николаевича Толстого, Федора Михайловича Достоевского, и что-то из этого рода. Если это поэзия, то это поэты Пушкинского круга, золотой век нашей поэзии, там все, даже уже серебряный как-то не то, а именно золотой. Все. То есть то, что нам втюляли в школьной программе и так далее. Про поэзию я говорить не буду, это отдельная тема совершенно. Возьмем, предположим, именно действительно прозу, такую, как Толстой, Достоевский. Я считаю, что эта литература не должна быть обязательной, на самом деле. И не надо считать тех людей, которые не читали, имею в виду современники наши, молодые люди, кто сейчас учится, если они это не читали, считать их тупыми. На самом деле эта литература хоть и задевает высокие нравственные, императивы, но она не актуальна совершенно.
Вот. Если читать, смотри, Толстого «Войну и мир», например, то только как исторический роман. Потому что многие вещи, которые, на базе которых нам, ну, императивы, эти романы воспитывают, они уже канули в лету и не являются совершенно, значит, актуальными. На этих примерах учиться нам и учиться, ну, молодежь, в принципе, практически невозможно, да никак. Это неправильно. Это надо эту литературу почитать, а возможно, когда человек до этого созреет, прочитав литературу другого плана. Ну и всему свое время. Я считаю, что для школьной программы «Война и мир» это очень тяжелое произведение. Вот. Я хочу сказать, что среди наших современников и относительных современников очень много людей весьма достойных. Я в отдельном подкасте перечислю тех, кого я считаю вот, интересно почитать для того, чтобы действительно читать высоконравственную, хорошую художественную литературу, и при этом она была, ну, современная, то есть актуальная, на которой можно, скажем так, обучаться действительно жизни, современной жизни. И благодаря которой можно футуристически заглянуть немножко вперед, понять сам тренды развития общества и так далее. Есть автор? Есть. Просто мы попали в такую неудачную ситуацию, когда появилось огромное количество низкопробной литературы, и отсепарировать что-то ценное, что-то полезное практически невозможно по той причине, что это не рекламируется, и этого нигде не видно совершенно. То есть реклама в основном отдается такого рода произведениям, которые коммерчески-развлекательный характер. Поэтому знают все там Донцову, вот, всякие вот различные там, ну, фигню, короче, всякую. Вот, это знают все. Читали, здесь на книжных полках стоит. А действительно хорошая литература, она остается за кадром. Вот. Вот это вот большая проблема. Именно поэтому современники наши и молодые люди не знают хороших авторов современных. Вот что, в чем, собственно говоря, беда. Но это, ну, исправимо, если, предположим, даже умело пользоваться, ну, интернетом и почитать обзоры, дайджесты и различные сводки по рекомендациям о том, что стоит почитать и какой литературе стоит уделить внимание. То есть, понимаете, вот как вы ищете, например, какой посмотреть фильм или кино? Я, например, поступаю так. Я иду на специальные порталы, где есть обзоры, где различные критики высказываются по этому поводу. Причем отдаю я внимание, уделяю внимание таким критикам, которые действительно, ну, достойные и серьезные люди. Либо то, что советуют люди, которым я испытываю как уважение. Ну, например, такие, как Дмитрий Быков, например, когда он в своих, значит, эфирах радио советует посмотреть какое-то кино или делает обзор какому-то фильму, хотя бы коротенький, у меня, безусловно, вызывает это интерес и внимание. Ну, вот. И я, безусловно, стараюсь такое кино посмотреть. Вот. Ну и вот я поступаю подобным образом в отношении литературы в том числе. То есть опираюсь на мнение интересных людей. Вопрос только в том, что на этих интересных людей огромная масса обычных обывателей тоже не выходит. Ну где вот они, предположим, могут послушать лекции Быкова, если они, ну, в лучшем случае кто-то знает его стихи и серии «Гражданин-поэт». И все. И на этом как бы все. А понимаете, как интересно может получиться? И человек обладает фантастической памятью, огромной работоспособностью и очень острым и живым, скажем так, умом. В знании литературы современной и не только современной, но мало кого найти можно равным ему, тем более, что он читает очень много на английском языке, в подлинниках все. И когда я слушаю его обзоры по литературе, по различным авторам, даже если я очень многого не знаю, о чем он говорит, и многих авторов не знаю, меня вызывает это интерес, я начинаю обращать на это внимание, ищу это и оказываюсь, скажем так, очарован просто теми произведениями, которые благодаря ему я читаю или сослушаю в виде аудиокниг. Ну, кстати сказать, по поводу, аудиокниг.
Вот я сказал, что у меня есть такой тест, я задаю вопрос людям, сколько вы книг прочитали, что прочитали за последнее время. Ну, читают, безусловно, мало, но кто-то больше слушает аудиокниг. Но, опять же, слушаю книги развлекательного характера. Почему? Потому что где это делают? В машине в основном или где-то еще. Там, конечно, лучше заходит развлекуха, где особо думать не надо. Но я считаю, что аудиокнига – это тоже панацея, и аудиокниги можно слушать интересно и специально в том числе. Вот. А если уже приходит навык слушать сам книги, то даже выполняя определенного рода рутинную работу, можно хорошо вникать вообще в аудиокниги. Так что я, пожалуй, отнес бы некой степени прослушивания аудиокниг к изучению литературы. Но оно полностью не заменяет, безусловно. Я хочу сказать, что у меня, например, очень часто бывает так, что я прослушав какую-нибудь аудиокнигу, хочу обязательно прочитать книгу на бумажном носителе. Такое вот у меня было. Я сейчас про этого автора говорю сейчас, потому что я под впечатлением его нахожусь. Это Дарья Салас-Сомер. Я прослушал все, что у него есть в аудиокнигах, и в итоге кончило тем, что прочитал. И, конечно, качество владения материала и понимание его, ну, кратно выше отпрашивающего. Но если бы я не услышал его, я бы ничего бы не прочитал. Вот понимаете, как интересно все устроено? Поэтому прослушивание аудиокниг можно в какой-то мере расценивать как некий фильтр, как некий рекламный материал, который вы в большом объеме прослушиваете для того, чтобы понять, а что вы хотите изучить более подробно. Вот так вот. Но заменить полностью, наверное, не может это все дело. Если только развлекательного характера, может быть. Поэтому все равно, когда речь заходит о том, что вы прочитали, все-таки интереснее, что вы именно прочитали. Потому что если у вас руки дошли до бумажной книги, значит, это действительно серьезно. Вот. Ну, слушайте аудиокниги, я тоже рекомендую. Так вот, у меня тест на дебилизм. Если человек за год прочитал менее чем 3 книги, я считаю, что он деградирует. Причем деградирует просто колоссальными темпами. Книги, я имею в виду, я обозначил в самом начале, именно литературу, а не какие-нибудь обзоры даже с журнала и все такое прочее. То есть литературу, которая развивает. То есть это художественная литература высокого качества, научная, научно-популярная литература. Вот так. И вот в связи с этим сейчас, наверное, кто-то себя так оценит, да, со стороны скажет, блин, а я не прочитал, что, дебил, что ли? Нет, я говорю, то я специально вынес слово «дебилизм» в заголовок просто для того, чтобы создать некий скандал и привлечь больше слушателей в эфир. Нет, люди эти не дебилы, кто не читает, они зачастую очень умные люди, очень развитые, много знают. Вопрос только в том, что они не развиваются дальше, то есть они деградируют плавно, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Но если человек не читает, не слушает аудиокниги, то он точно не развивается. Заменяет ли в какой-то мере просмотр научно-популярных передач и хороших фильмов литературу? В какой-то мере заменяет. Если вы смотрите это не фоном, а смотрите это серьезно. И смотрите, опять же, не развлекательного характера передачи, там, типа на канале «Пятница», там, «Орел и Решка», если вы хотите вот, там, узнать что-то о других странах, а смотрите интересные журналы, «Джеографика», но именно тоже, опять же, не развлекательного характера, а сам серьезный, даются там обзоры различных стран, какие-то аспекты, значит, культуры, этносов, вот, где об этом рассказывается серьезно. Вот, и вы смотрите это серьезно, не просто занимаясь какими-то другими делами, а вот целенаправленно. Тогда да, это безусловно несет информацию серьезную, и это развивает вас. Но не замещает, опять же, за книг. Почему художественная литература? Почему она нужна? Понимаете, мы живем сейчас в такое время, когда все настолько быстро происходит, настолько быстро меняется, что, безусловно, развитию духовному саморазвитию имеется страшный дефицит.
ужасный дефицит. И вот на этом дефиците очень серьезно паразитируют сейчас РПЦ. Да? Вот. Не хочу, скажем так, обидеть никого, я просто говорю, что дело в определенных сам, трендах. Многие люди считают, что они, конечно, они чувствуют дефицит сам, духовности, чувствуют сам, потребность в том, что им нужны глубокие душевные переживания для того, чтобы не деградировать. Они могут это чувствовать вообще на уровне подсознательном, то есть они не дают анализа этому, кто-то дает, кто-то нет. И они ищут наиболее легкий путь для того, чтобы не деградировать сам, духовно. И некий суррогат этому дает, конечно, безусловно, религия и церковь. Ну почему? Ну потому что для того, чтобы человеку созреть высоконравственно и духовно, читая художественную литературу, читая философию, читая какую-то билетристику там, социальную, где есть какие-то размышления серьезные, умных людей, искать некий смысл жизни, достаточно прочитать одну лишь только книжку, понимаете, одну, и вроде как бы там дается на это все там ответ. В итоге получается ужасная вещь, то есть умный человек прочитает 1000 книг и не находит ответ на все вопросы, дурачок же сам прочитывает одну и находит в ней ответы на все, что только можно. В итоге он дальше просто не развивается. Он находит себе некий суррогат, который подменяет ему все, и все. Ему становится хорошо. Вот от этого, вот, в принципе, то стоит уберечься. Я считаю, что такую литературу, как Библия, например, ну, с книгу, нужно читать, нужно. Но не ставить во главу, значит, угла ее, а ставить ее на полке в ряду других сам, книг. В том числе мифов или философской литературы. Ну, знать надо, понимаете? Знать и читать надо. Я считаю, что любой человек обязан просто, обязан прочитать Библию и должен прочитать смотрите, Коран, наверное. Вот. Литературу по буддизму. Ну, для этого нужно обязательно дойти и созреть должным образом. Потому что если такую литературу читать с самого начала, она настолько проста для восприятия, на самом деле, то есть для неподготовленного человека, что императивы, изложенные там, ложатся просто вот на ура, и человек просто дальше не способен развиваться вообще, он просто костенеет в догматах и развиваться дальше не способен вообще никак, ни в научном плане, ни в нравственном, ни в духовном, а чаще всего в духовном плане он даже просто деградирует в том ключе, что перестает абсолютно воспринимать что-то важное, умное, ценное. Потому что если он видит какое-то хотя бы малейшее противоречие с тем, что ему показалось, значит, интересным, когда он прочитал религиозную литературу, он просто воспринимает это все в штыки и куда-то пропадает главные, значит, императивы по поводу терпимости, любви всеобщей и всего прочего. Куда-то это все девается. То есть реакционизм очень жесткий появляется, который перерождается зачастую в экстремизм. Вот. Ой, как интересно написали. А я что-то болтаю, ничего не читаю. Насчет аудиокниг согласен полностью, хотя предпочитаю бумажные. Вот. Но это электронно. Да-да-да, кстати, вот по поводу, значит, электронного видео. Вот, интересно. Леонтий, очень мне нравится. Вот я, кстати, вы меня постоянно цитируете, комментируете. Дайте, я рад, что вы этот эфир смотрите мой. Интересно пообщаться вот так вот, хотя бы заочно даже. Да, кстати, по поводу электронных книг. Безусловно, это величайшая вещь. Вот давайте я отойду от религиозной как бы темы, чтобы никого не обидеть даже больше. Свое мнение по этому поводу высказал уже. Вот. Вот. Давайте как вот скажем следующим образом. По поводу различных электронных ридеров хочу сказать. Есть ли разница в чтении бумажной литературы и литературы с электронных ридеров? Ну, вообще на самом деле есть. Не знаю, какая-то магия заключена все-таки в книгах. То есть книга, даже если она нет руки написана, да, а напечатана,
Это аналоговый носитель, и аналоговый носитель всегда подразумевает некую магию. То есть то, что написано на бумаге, представляет собой некий магический пантакль. Только что про религию говорил, да, и тут какую-то фигню эзотерическую понес, да. Но на самом деле это моя осознанная глупость, то, что я так говорю. Это же, понимаете, в каждой шутке есть доля шутки и доля правды. Вот. То есть отношение само. Когда берете хорошее там издание, вот сейчас рекламируют очень часто Vita Nova, я не рекламирую, но хочу сказать, что да, действительно, издательство хорошее. Вот берете такую книгу в руки, когда вы ее дарите кому-то, или вам такую книгу дарят, испытываете просто наслаждение эстетическое, и перелистывая страницы такой с книги с особой уверенностью, вы относитесь серьезно и к тому, что находится в ней, с особым пиететом. Когда вы читаете электронный лидер какой-то, да, то там немножко это не так выглядит. Там все это проще, имеет больше прикладной характер такой. Но на самом деле хочу сказать, что для меня электронные книги – это великое, значит, изобретение, потому что вот у меня довольно неплохая библиотека, своя домашняя. Ой, прошу прощения. Довольно неплохая. Вот. Куда я собираю те книги, которые я считаю, что вот мне хотелось бы сохранить именно на бумажном носителе. То есть многие книги, как бы это кощунственно не прозвучало, я повыбрасывал. Реально, в мягких обложках. Почему? Потому что они захламляют. Оставил только и собираю только книги в хорошем издательстве. Вот. Пускай в этом какое-то ханжество проявляется, возможно, кто-то скажет, нет. Но от меня огромная библиотека уже собрана в виде электронных книг и аудиокниг. Вот это я собираю. Я книги эти выкачиваю, покупаю. Покупал раньше много на дисках. Сейчас в основном, если я покупаю какие-то книги, то через интернет покупаю их. То есть электронные и аудио в том числе. Вот, и сохраняю все. У меня тысячи и тысячи книг. Многие я прослушал, многие прочитал. Вот, и, конечно, у меня вот с собой даже, вот я всегда соврать не дам. Вот, чтобы честно быть. Вот я открываю свой рюкзак сейчас. Так. Просто ради прикола. Я когда стою где-то в пробках или приезжаю раньше куда-то, вот я сейчас эфир веду. А так бы, если я эфир бы не вел, вот я подъехал сейчас на полчаса раньше в то место, куда я хотел попасть. Я знаю, это с праздниками, скорее всего. Вот. И у меня с собой вот всегда есть, значит, электронный ридер. Чтобы вы подумали, что это планшет, вот, я вам реально покажу, что это самый настоящий электронный ридер. Вот. Который, значит, имеет связь с интернет, я могу всегда скачать новую книгу какую-то, купить. Но у меня и здесь и так огромная подборка философской литературы. Вот. Видно, да, что это ридер, что это книги. Вот. А сейчас вам прикольно будет, что я читаю. Так, сейчас. На самом деле, Гаврилиаду Пушкина вот здесь у меня сам стоит сейчас. Я перечитывал сами Пушкина, это «Каменный гость», «Маленькие трагедии» вообще все. И вот Гаврилиада. Вот, так что происходит это таким вот образом. То есть, видите, с собой. На самом деле, не обязательно иметь там ридер, можно иметь там планшет, куда тоже. Тоже можно выкачивать там книги. Просто в ридере, вот я его заряжаю один раз. Не знаю, в месяцев, может быть, несколько. Он так заряд держит, это просто фантастика вообще. То есть прям реально, вот я заряжаю его и месяц как минимум, даже если я постоянно читаю, вот я могу уехать, предположим, в Таиланд на 2-3 недели, зарядить его дома, читать там книги каждый день по несколько часов. И он не сядет. Вот, планшет это нет. Это нонсенс. Вы на планшете так это не прочитаете. Единственное, вот у такого ридера, который с экраном как чернильный, то есть как обычная бумага, его нужно подсвечивать сам вечером. У меня специальный фонарик к нему сам цепляется, светодиодный. То есть его надо подсвечивать, как если бы вы читали книгу именно бумажную.
Есть ридеры, конечно, которые подсвечивают экраном, но они садятся намного быстрее. Так, давайте я посмотрю, что тут у меня написали. Так. Ну, тут я не знаю, что пригласить в эфир. Не знаю. Так, вот Леонтий не дочитал. За отдельное спасибо, так как он выпал из моего личного обзора. Сейчас с удовольствием слушаю практику пушения. Ага, вот. Я очень рад, Леонтий, что я вам посоветовал, а вы смотрите, послушали. Знаете, я вообще в восторге от него. Мне очень нравилась космическая валюта, практика повышения сознания. Вот. В меньшей степени мне понравились его произведения «Существует ли женщина» и «Про любовь», потому что там спорные вопросы, с некоторыми я не очень согласен. А, ну, возможно, от недостатка моих неких знаний и от разного рода информации, которую получил этот автор и которую получил я. У меня есть некоторые свои воззрения, но вот эти вещи, вот просто я в восторге от них. И я рад, что я посоветовал. На самом деле, знаете, таких авторов огромное количество. Просто колоссальное. И они просто, литература эта не попадает в руки, вот, она ведь интересная даже, вот, вы, наверное, согласитесь со мной, что она не занудная, эта литература, хоть она и философская такая, да, философско-социальной направленности, но она не занудная, она и слушается легко, и читается легко, вот. А потом, понимаете, можно же литературу подбирать от простого к сложному. И этот переход обязательно должен осуществляться именно в таком ключе. Потому что, предположим, если человеку дать почитать или послушать Канта, Ницше, вот, ну, для него просто это будет Фому там Аквинского, Николая Кузанского. Ну, это просто будет какая-то засада. Просто мозги лопнут, человек на странице третьей или четвертой сойдет с ума, в том плане, что если он даже будет сильно пытаться понять, что написано, он вряд ли обладает настолько подготовленным аналитическим, значит, аппаратом. Хотя мозгов хватает, ума хватает. Просто литература требует определенного рода подготовки и переключения сознания на определенный уровень. Как вот человек, который не знает где-то иностранного языка, это не значит, что он дурак. Он просто, или даже выучил его, но не имеет опыта, скажем так, общения на нем регулярно. Он может что-то прочитать, понять. Для него это трудно. Он словарем читает. Вот то же самое с этой литературой. Но если идти от литературы более простой, предположим, идти от Сократа, вот, ну, от Платона, вот, апологию Сократа, то все проще становится, да? Гораздо проще. И постепенно к усложнению через вот наших современников, вот через того же Дария Саласа, переходить к более сложной литературе, и она становится уже несложной. И начинаешь легко понимать и воспринимать. Но не надо тут, опять же, дословно понимать это все, что это, например, может относиться и к художественной литературе. Предположим, я начну читать с Дарьи Донцовой, а потом я как-то перейду так прямо лихо, не знаю, ремарк довольно простая литература. Ну, там, на Джойса перейду, там, да, там, например. Не, нифига этого не, нифига не произойдет. Вы войдете в режим вот этой дебильной литературы, и вам для получения определенного наслаждения, там, удовольствия от чтива понадобится именно вот такая хренотень. Вот. Для того, чтобы вам интересно было потом серьезной литературы, надо и начинать с хороших авторов сразу. Но только с тех, которые обладают довольно простым, легким слогом. Вот. Почему, например, многие школьники не в состоянии прочитать Толстого «Войну и мир»? Потому что написано довольно сложно, а Достоевский еще более сложно написан. Но если начинать с литературы более простой, то легко перейти на литературу потом гораздо более сложную. Я не скажу тяжелую, интересную, но написанную более сложным, более богатым языком. Хотя более сложный и богатый язык не всегда показатель качества реальной литературы, которая вот, ну, хороша. Потому что есть много авторов, которые сложно читаются, хорошо написаны, но вот
прям реально тяжелые. Предположим, взять того же самого Рафаэла Джованьоли со «Спартак». Ну вот книга, которую вот для того, чтобы ее прочитать, нужно довольно много чего прочитать. Много что прочитать, потому что если ее возьмет читать, предположим, ребенок, ну, если он не заинтересован там истории там, Древнего Рима, там, Древней Греции, вот что-нибудь такое вот, значит, эпохи, вот, ну, это разные, конечно, свои времена, но я говорю, вот, которые вот, интересуются именно Древним миром, он эту книгу не осилит, она его не заинтересует. То же самое касается книги «Фараон», я забыл, кто автор. Вот. В общем, короче говоря, вот так это выглядит. Так, нарезал, начал вчера, до чего смог дотянуться, слушается, читается, ага. Так, Аристотель, Платон, Сократ, снова. Ха, здорово, ну да. Вот смотрите, на самом деле, что я хочу сказать. Вот смотрите, люди жили и творили, ну, очень давно, да, один ученик другого. Вот это вот как бы Самгитриада, да, Сократ, Платон, Аристотель. Платон был учеником Сократа, Аристотель был учеником Платона. Вот. Интересная, значит, эпоха. Аристотель был, значит, учителем Александра Македонского. Ну, интересно, да? Ну, тот, конечно, не философ был, но тоже величайший человек, да? То есть эпохи своей. Вот. Смотрите, мы сейчас, когда изучаем их литературу, значит, их философские труды, просто офигеваешь о том, что мышление и основные философские концепции и императивы с тех пор-то вообще не поменялись. Мы и очень сильно поменялись в технологическом плане, то есть мы развились в плане именно техногенном, но очень много потеряли в умственном саморазвитии, в умении именно умственного саморазвития в плане философского отношения к миру и философских инструментов исследования мира. Потому что, опять же, смотрите, в свое время подменила философское, значит, изучение мира религия. Она дала простые ответы на сложные вопросы. И все, собственно говоря. Но я хочу сказать, что вот если кто читал Сократа, то фактически, если бы в то время людям нужна была бы серьезная какая-то монотеистическая религия, они бы могли бы спокойно сделать из него либо мессию, либо святого, ну, аналога, скажем так, Иисуса Христа, не расцените как некое это кощунство. Потому что на самом деле все, о чем говорит сам Сократ, менее, ну, агрессивно, а основные жизненные, значит, императивы и духовные ценности, они все присутствуют там в равной степени, в большей степени, чем в любой из современных монотеистических религий. Вот так вот, между прочим. Чтобы об этом судить, это надо почитать, это надо понять. То есть, собственно говоря, мог бы быть сам Сократ, ну, как сказать, ну, мессии, да, реально, реально. То есть, могли бы его так, скажем так, расценивать сами современники. Могли. Но и его жизнь, собственно говоря, показывает, что всегда умные люди-то заканчивали не очень хорошо. Ну, в смысле, никак не очень хорошо. Не принимал их самосовременники именно в тот момент, в который было нужно. Тоже он трагически закончил свою судьбу, да? То есть приговорили его граждане Афин к смерти. Вот так вот. Хотя у него было и масса последователей. Вот так вот. Ну, смотрите, я просто к чему говорю, что с тех пор ничего не изменилось в том ключе, что мы используем те инструменты, которые давали Аристотель, Платон и Сократ в плане классических инструментов для исследования мира. То они сейчас остались. Почему и на философских факультетах с этого начинают, значит, обучение? Потому что это основа и база. А вот самые большие проблемы в том, что абсолютное большинство людей не владеет даже этой базой. А, кстати, Сократа, Платона и Аристотеля читать довольно легко, особенно Сократа. Вот. Поэтому я очень советую, если вас заинтересует после этого подкаста, с чего начать читать философские произведения,
Вся беда, знаете, в чем? Что абсолютное большинство людей к слову философия даже относится со скепсисом и с неким сарказмом. Когда говорят о том, что человек не философ, для абсолютного большинства людей, особенно низкоинтеллектуально развитых, это чуть ли не то, что ругательство, но такое вызывает типа это пренебрежение, как раньше в какое-то время говорили интеллигент вшивый, вот по-дурацки. Тогда, когда человек интересуется философией, это значит все, это какой-то, блин, дурачок для большинства. И когда, говорит, почитайте литературу философскую, говорит, да что мне делать нечего, что ли, какую-то херню читать. Чьи философия, это ерунда. А ведь на самом деле было выражение, оно есть, и оно очень правильное, что философия сие есть наука, наука. Наука, наука, философия. Из нее на самом деле родилось все. Абсолютно все. Все науки, какие только есть, потому что философия как переводится на слово? Любовь к мудрости. Из философии родилось все. И математика, ну, все точные науки из философии тоже произошли. Все точные науки произошли из философии. И либо были развиты благодаря философии, потому что, конечно, были такие науки, как типа хрематистика, такие как, например, планиметрия, то есть землемерение, там, да, ну все. Но развитие они получили именно благодаря самим философам, которые тогда именно и считались самими философами, а потом их только стали считать великими там, ну, математиками. Те же самые Пифагор, там, да, вот, там Архимед. Их потом стали математиками. На самом деле это были философы. Я хочу сказать, что понимаете, любая наука современная способна кардинально осуществить какой-то прорыв и сдвиг, только перейдя на уровень концептуальный, совсем другой, когда начинаются ставиться проблемы философского плана. Как правило, это возникает на стыке наук. То есть чистая наука сейчас совершает открытия чисто прагматические, которые науку как таковую, в принципе, не развивают, а заводят больше в тупик. А вот именно философские концепции на стыке наук, вот они, например, там это кибернетика и биология, например, да, они способны настолько продвинуть как ту, так и другую науку. Например, тоже конструирование там, от нейросетей. Это просто колоссальный прорыв, да, но на стыке наук. Потому что ни биолог, ни специалист по нотинформатике не способны были бы создать друг без друга вообще концепцию нейросетей. А кто может объединить это все? Только человек с философским складом ума, который ставит большие и глобальные задачи. То же самое касается абсолютно всех наук. Абсолютно. Квантовая физика, например, без философских изысканий просто была бы невозможна. Потому что философия – это тот клей, который соединяет в себе то, что постоянно пытается чистая наука разъединить. Если науку предоставить саму себе, то все, ну, значит, ученые просто отсепарируют свою сферу друг от друга и будут знать все больше и больше о все меньшем и меньшем, но имеется в виду о более узком направлении, до тех пор, пока будут знать абсолютно все, практически вообще ни о чем. Понимаете? И это будет совершенно те самые знания, которыми невозможно там пользоваться простому человеку, там, ну, обычному. Все. Мы сейчас уже пришли к такому, что... Ага, да-да-да, Болеслав Прус. Все, правильно, фараон Болеслав Прус. Все верно. Ага, спасибо, Леня. К такому уже пришли, что... То есть стали пользователями настолько всего, что абсолютно не понимаем, как это все работает. И вот я задаю часто вопрос молодым людям, как вы сможете себя самому проявить, если, предположим, ну, попадете в 17-16 век или в более ранние века, у вас ведь знания, вы же люди современного мира, что вы сможете там сделать такого, что возвысит вас, ну, как ученого или как еще кого-то. И они скажут, ничего, потому что они не знают ни как порох сделан, ни как там устроено радио, ни как выплавить сталь, ни как сделать стекло. Да ничего не смогут сделать, ни как высверлить, предположим, пушку, когда ее еще не было. Но ничего не сделают абсолютно. То есть они ничем не будут выделяться.
тех, даже будут хуже приспособлены абсолютно ко всему, чем люди в то время. И получится, что современный человек абсолютно беспомощен, потому что он исключительно юзер. И только человек с философским складом ума, который способен объединять знания из разных сфер, он, даже если чего-то не знает, он способен это синтезировать, спродуцировать, создать, благодаря философскому подходу к использованию тех знаний, которые у него есть. Ну а откуда берутся знания? Я уже заканчиваю, сейчас буду эфир. А знания берутся только из литературы. Вот и все. Круг замкнулся. Друзья, я был рад, что вы были со мной в эфире. Вот. Надеюсь, что такие эфиры мои, ну, какую-то пользу приносят. Может быть, ну, может быть, это очень самонадеянно, но я, может быть, задеваю в ком-то какие-то вещи и затрагиваю те струны, которые способны дать резонанс каким-то там интересам. Вот. Те, кто в эфир только что вошел, ну, переслушайте его, пожалуйста, с самого начала. И, может быть, кто-то даст даже послушать это своим детям. Вот. Это самое важное. Потому что за ними. За ними будущее. Надо учить детей мыслить философски. Вот это очень важно. Тогда они действительно способны будут реально изменять будущее. Все. До свидания.